Что очень многие из вас ждали, и я все вас разочаровываю, говорю, что будет видео на русском, и только оно никак не выходит. Тут сегодня этот прекрасный день, наконец-таки видео на русском на моем канале. Ура! Я знаю, вы все, наверное, в шоке. Начну с того, что расскажу немножко о себе. Многие из вас не знают многого обо мне, я немножко оставила информации про себя на своем канале, но этого, я думаю, недостаточно для вас. Начну с того, что я родилась в России, в городе Екатеринбурге. Я жила там 6 лет со своей семьей. У меня мама наполовину молдаванка, папа русский. Потом мы переехали в Молдову, когда мне было 6 лет. И там я прожила до 19 лет, я прожила в Молдове, и потом я переехала в